Так, итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Зазепа. Вот, сегодня 1 апрельский выпуск такой. Как известно, Wargaming добавил какой-то новый режим с ISO 360. Я вообще пока без понятия, что это за режим, мы посмотрим. Вот. Я так понимаю, что это что-то вроде того, что было на Xbox. Ну, тема с космосом, тема с Луной, вот, смотрю, темная сторона Луны написано. Оцените прелесть специального игрового режима. Поспешите ведь только до 5 апреля. У вас есть возможность на скорости до 85 км в час. Нифига себе. По карте Лунапарк. Так, давайте поездим по карте Лунапарк. Я вообще, подожди, здесь никаких модулей нету. Обслуживание. Ясно. Только all стандарт. Экипаж, можно пересадить? Прикиньте, здесь даже экипаж нельзя пересаживать. Фига себе. Ну давайте скатаем. Не будем кота тянуть за сами знаете что. Так, что-то не очень много людей, или так может рассчитано. Сколько там, 7 на 7, да? Давайте посмотрим. О, тимаха прикольная. Так, а в чем суть игры? Наверное, уничтожить всех и каждого, да? Бочонки эти стопудово взрываются. Так. Фига себе, еще свои по своим стреляют. О, чё ж тебя так кидает? Блять. Чё здесь творится вообще? Что творится? Ай-яй-яй-яй, сволочи, сволочи! Все, конец. Ну, походу, здесь является суть не расстрелять своего оппонента, а может как-то вытолкнуть может. Но на самом деле, первый раз играю в этот режим. Даже звук потише сделаю. Вот так вот. Так, могу я понаблюдать? Угу. Еще какие-то зоны есть. Случайно события через 42. Чувак там сам свалился. Ну, я пытаюсь его затолкать уже. Пацан, который играет не первый бой. Наверное, взводом как-то, нет? Не взводом. Прикольно. Как хрень с двумя глазами катается. Подлетели. Чувак, да давай ты уже утопись, а? Тебя вся тима ждет. Кого-то минус
плюс один из их команды. Их человек. Ладно, давайте. Может там оно отдадут нам. Не, ничего не отдали. Сразу поражение засчитали, хотя еще бой идет. Прикольно. Я могу еще? Да, давайте еще один бой. Так, внешний вид я не могу как-то раскрасить его. А было бы, кстати, прикольно. Если можно было еще как-то раскрашивать. На превьюшку, что ли, себе сделать? Давай. Пусть на превьюшке у меня. Ну что, попытаемся их вытолкнуть? У-у-у, приятель! Как-то улетел далеко. Слушай, катись-ка ты колобком, а? Ха, фиг тебе. Улетел в яму. Так, приятель, стой. Просто реально пытаются толкать друг друга в яму. Стой, чувак! Ладно, проиграли мы. Еще метеориты могут падать, интересно. Так, давайте не затянемся понаблюдать. Метеориты? А где метеориты? Так, ладно, давайте в следующий бой. В следующий бой. Если нам отдадут. Нет, он еще в бою. Печаль, печаль. Ладно, подождем немного. Ну на чем-то другом я сейчас катать не буду, потому что тема видео из 360. Так, а он статистику вообще идет, вот посмотреть как-то надо. Магазин, склад, достижение, достижение, да. Техника. Здесь, наверное. Вылазки, бой до последней, исторические команды обычные. Так, ну это явно не то. Не, в статистику он, походу, не идет. Продолжаем. Так, проверю только кое-что. Одну секунду. Долю секунды. Долю секунды. Идет ли запись? Да, запись идет. Все, все отлично. Все супер. Так, ну давайте еще один бой. Скатаем на ИСе. 360-м. Нет, все-таки здесь можно взводом катать. Вот я вижу пару взводов. Ну, интересно, наверное, все-таки на два человека рассчитано. Взвод. Потому что такое было уже. Они могут сделать такое. Без понятия. Может, кого пригласить как-нибудь? Ну, может, вечером. Может, второй выпуск будет. Не знаю. Так, бой идет 3 минуты 30. Тут, я думаю, что-то... Первый раз отдали быстро. У-ху. Так, надо, надо кого-нибудь вытолкать. А куда вы его гоните? Его надо в яму гнать. Да
Да-да-да, вот тот чувак знает, что он делает. Все, ЗБС. Так. Чтоб нас тут не задолкали. А нет, показалось. Что здесь вообще происходит? А-а-а, катитесь колобком. Колобки. Не-не-не, только не в яму. Спасибо. Что здесь вообще происходит? Нет, только не из Спарта. Метеорит? Оу! Это, походу, на эти лунки нельзя заезжать, когда метеорит падает. Я понял. Чё, давайте понаблюдаем за другими, как они играют. Надо хотя бы один раз попробовать дожить до конца боя. Ну, здесь 50 секунд осталось, так что... Так что, ну, не няю. Свой своих. Здесь прикольно, наверное, взводом катать. У них там взвод остался. Наверняка сидят где-то в TeamSpeak или... Импульс. А, ускорение? Здесь, походу, очень выгодно тараниться с кем-то. Все, конец боя. Время как бы вышло. Да. Не, конечно же, было бы покруче, если бы... А как понять? Вот, ну, поражение, да. Ну, их больше, что ли, типа, осталось, поэтому они выиграли? Так здесь, типа, еще надо выживать как-то, ну... И просто там, знаете, вот, допустим, они остались, мы остались, и ничья. Давайте еще попробуем. Так, на этот раз мы с этой стороны, да? А, земля, какие-то... Что это, корабли какие-то? Летающие. Интересно. Какие-то бочки. Что это за капец? Да меня тоже интересует, братиш. Тоже вопрос. О, приятель! Чё ж ты меня так свободный полет отправил? Ага, на ручнике можно хорошо разворачиваться. Здесь, кажется, еще ручник есть. Катись-ка ты хлебушком, а? Слышь? Говно! Ха-ха!
Столкали меня. Что-то какие-то очень опытные пацаны попались. Как здесь победить? Чё здесь? Вы просто приехали вдвоем и затолкали. Видите, что творится? Чисто командой. Всех. Может тоже как-нибудь так, кстати, не петрещить немного. О, пацана разбомбило. Че, их двое на один осталось? Полетели. Блин, если он затащит, то будет круто. Нет, только в яму давай не падай. Что здесь происходит? Просто заталкивают его наверх. Ну и все. Пуль. Слили. Потопил противника. Сами еще и топятся. Ну а что, в статистику так-то не идет. Что им будет? Отдайте уже победить, мне интересно. Ачивку. Подождите, мы победили хоть раз или нет? Нет. 4 поражения. Хм. Нет, давайте уже побеждать. Мне интересно победить. Мне интересно проигрывать. Каждый раз, 4 раза. Ничего, на этот раз мы сможем, да? Глазастый такой. Чувачок. О, приятель. Давай разъедемся как-то мигом, а? Надо как-то фокусировать одного. Двое уже прорвались. Там просто сесть тупо кому-то на хвост и все. Вот так вот. Вытолкал. Отлично, один улетел. Даже кого-то уничтожить смогли. Фига себе. Не-н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 е
Не-не-не-не-не, только не в пропасть меня, спасибо. Улетел. Второй. Блин, ну, опытными стали уже, два фрага сделал. MLG, да? Говорит один чувак на ютубе. Так. Живучий какой, а? Смотрите на него. Все, гоним, 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 гоним.
пацанчика. Джиг, блядь. Это было близко. Ценой своей жизни уничтожил его. Три фрага, однако. Три, мать его, фрага. Достойная победа. Победа. 750, чё, опыта дали. Сферический воин в вакууме. Дали ачивку. Больше всех дамага настрелял я. Давайте посмотрим на эту ачивочку. Награды. Где она там? Сферический вакуум. Где моя ачивка? Ладно, давайте вот так, просто достижения подробнее. Вот такую дали. Сферический воин в вакууме. В виде событий темная сторона Луны выдается всем игрокам, победившим команды в течение специальной акции. Только одна награда за все проведенные бои. То есть две уже получить невозможно, даже если ты два боя победишь. Награда 7500 денег дали. А что будет, если я 10 проведу боев? Личный резерв, дополнительный опыт за бой большой X2. Личный резерв, дополнительный опыт экипажа X2. Ясно. Ну, короче, такие мелкие эти ништячки дадут. Чего в них особого, там, какого-то особого танка, никто тебе ничего не даст, ни прям аккаунта, ничего. Ну, я думаю, что на этом можно и завершить серию. Вот такой вот красивый нам танчик дали. Заходите обязательно в мир танков, получите ачивку и... И можете забыть про это событие уже до 5 числа. Ну, можете, конечно, другие дни позаходить. В общем, всего хорошего, удачи и пока.